Вроде бы знакомый мизансцены, но не совсем. На днях обновился оркестр театра имени Галиаскара Камала, с которым всегда ассоциировалось имя Фуата Абубакирова, легендарного музыканта. Теперь в коллективе новые лица, как и исполнительница роли Майсары в легендарной «Голубой шали». Все когда-то требует рекогносцировки. Я еще был ребенком тогда в оркестре. Руководителем был Березин Володя. Замечательный был человек. Он выпускал «Старик из деревни Альдермеш». Вот, он и «Голубую шаль», вот многие номера через него пришли. Потом вот Фуат Хамидович возглавил очень долго, он почти сколько, 40 лет, что ли, если не 50 лет.